Продолжается интенсивная терапия. На сегодняшний день мы продвинулись в диагностике заболеваний. Получено несколько десятков исследований параметров состояния крови, работы головного мозга, других органов и систем. Продолжается активное лечение. Слава Богу, у нас в отделении, вернее, в нашем учреждении есть специализированный центр для лечения таких пациентов. Врачи делают не то чтобы все возможное, но врачи реально занимаются сейчас спасением его жизни. Врачи, хочу еще сказать, конечно, что его лечение, диагностика находится на контроле нашего местного министерства здравоохранения, федерального министерства здравоохранения. При необходимости мы всегда можем воспользоваться помощью специалистов федерального масштаба, экспертов министерства здравоохранения. Пока необходимости в этом нет, но с докторами мы всегда на связи. На сегодняшний день исключены повреждения травматического характера, то есть у него нет травмы, которая бы привела к его состоянию. В дальнейшем лечим, да, обследуем,